27 августа – День российского кино. Этот профессиональный праздник кинематографистов отмечается в России с 1979 года. Разыграть эпизод любимого фильма мы предложили нашим горожанам. Самозабвенно вжившимся в роль, редакция СТВ вручила пригласительные билеты в кино в знак уважения перед талантом участников. Посмотрим лучшие фрагменты импровизированных кинопроб. Тебя посадят, а ты не воруй. Вор должен сидеть в тюрьме. Эпизод фильма «Любовь и голуби». Люська, а Люська, деревня! Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красненькая? Тепло, дедушка, тепло. Горчички? Угу. Вот до чего техника дошла. Это не техника дошла, это я к вам дошла, на лыжах. Профессия какая? Я царь. Заяц? Волк. Заяц? Волк. Советскому кино большое уважение, а к российскому не очень. Очень даже было приятно этот ловить такой момент, как говорится. Такое бывает редко, тем более в нашем городе. Спасибо вам за вашу организацию в такой прекрасный августовский, последний летний, можно сказать, денек. Ну, в общем, все прекрасно, вам спасибо. Участники акции получили пригласительные билеты в кинотеатр «Салават» от отдела по молодежной политике администрации города, местного отделения «Молодой гвардии» и телекомпании СТВ. Желаем киноманам приятного просмотра и хороших впечатлений от новинок самого зрелищного искусства.